Страшная авария в Запорожской области. Погибли 6 человек, 5 из них дети. Еще 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все подробности узнаем от Сергея Бордюжа. Детки, это все там. ДТП произошло около 3 дня в районе села Каменское. Это в 30 километрах от Запорожья. Маршрутка с пассажирами возвращалась из Кирилловки. На закруглении дороги ей навстречу неожиданно выехал КАМАЗ с киевскими номерами. Водители-очевидцы аварии рассказывают, сами едва смогли избежать столкновения. Смотрю, синий грузовой автомобиль КАМАЗ уходит справа ряда в левый, потихоньку, так плавно выходит на встречную полосу. Потом приходит столкновение. Маршрутка с грузовым автомобилем. Потом, когда пыль развиднилась, маршрутка перевернутая лежит уже на крыше. От удара маршрутка перевернулась на крышу. Погибли 5 человек. 4 из них – несовершеннолетние дети. Еще один ребенок умер в больнице. Рядом с разбросанными вещами не умолкают звонки мобильных телефонов. Конечно, стоял дикий крик, как бы матери начали поднимать своих детей. Кто там выбежал, останавливали машину, кричали мужчины. Все помогали, да. Ну, чтобы что-то. Доставали, мы помогали. 8 пострадавших доставили в областную больницу. За жизнь еще 3 борются медики в райцентре Васильевка. Из выживших только мама и дочь ее, которые встали и ушли отсюда пешком. Остальные вот на данный момент находятся в больницах, сейчас проходят реанимационные действия. Здесь такой промежуток дороги, что столкновение вообще не должно было произойти. То ли, может, что-то упало, может, что-то подымал, вильнул руль. Нельзя сейчас определить. Водитель КАМАЗа, протаранивший автобус, не пострадал. Сейчас дает показания. По его версии, у грузовика заклинило руль. На месте аварии работают следователи и эксперты. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал «Интер». Запорожская область.